Последние новости с рынка. Экстра сладкие дыни. 3 штуки за 5. Можно попробовать. 2 штуки за 7, 1 за 4. Персики, черешни и помидоры, арбузы. Помидоры шикарнейшие. Абрикосы 4 евро. Персики, киви. Это я не знаю, как называется по-русски. Парагвай. Я люблю вот такие помидоры, чтобы они не были переспелые. Для салата самое то. Ну, кто-то любит очень красные, как вот эти. Это мои соседи торгуют черешенкой. Невероятно сладкой. Я уже объелась ее. Вот какие перцы красивые. Такой зафаршируешь, сразу на 3 гостей хватит. Такой размер. 2,50. Чтобы купить, нужно сначала взять очередь, турно называется, оторвать вот такой билетик. И вон там на табло высветится номер, и вы подойдете. Здесь мясные, сырные деликатесы, гастрономия. Рыба и еще одна овощная лавка. Тоже крупные помидоры. 2,50. Баклажаны. Ого, какой лук. Очень крупный. Очень крупный. Люди на рынок как на праздник собираются. Посмотрите, как одеваются, наряжаются. Да, неудачно тут припаркована машина. Смотрите, замучишься потом чистить. Это хуже, чем чайка. Ну нет, чайка, наверное, хуже. Посмотрите, что творится под этим деревом. Это как дворник потом очистить этот тротуар. Ужас.